как очистить водоем от загрязнений, чем кровь лягушки отличается от крови черепахи. Ответы на эти и множество других вопросов можно получить в Чебоксарском технопарке «Кванториум». Его накануне открыли в Чебоксарах. Дарья и Ксения – 11-классницы. Вместе со сверстницами они выбирают фасоны платьев к выпускному вечеру. И не забывают о подготовке к очередной научно-практической конференции по экологии. Всю нужную информацию они черпают из учебников и трудов известных экологов. А практикой занимаются здесь, в кванториуме. Мы хотим показать, как можно очищать реки, моря от нефтяных пятен. Вот смотрите, сейчас мы опускаем магнит в воду с ферромагнитной жидкостью. Как вы видите, частицы ферромагнита и нефтепродукта притягиваются к нашему магниту. А это класс робота «Квантум». Здесь ребята совместно с преподавателями моделируют самых разных роботов. Четвероклассник Максим Сивкин – самый юный разработчик. Он самостоятельно собрал робота «Парктроника». Помимо «Нано» и робота «Квантума», в технопарке еще 4 профильных класса. Задача не только привить детям тягу к науке, но и научить их искать полученным знаниям практическое применение. Здесь мы ставим задачу, чтобы на каком-то этапе, но это не значит, что сегодня, завтра сразу же дети могли вместе со взрослыми решать задачи, которые стоят перед взрослыми. Это очень важно. На открытии технопарка присутствовал и глава республики. Он поблагодарил Министерство образования России за поддержку в реализации проекта и отметил, он не сомневается, что кванториум станет генератором интересных идей. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.